избавиться от капустницы? Не подскажете? Дорогие друзья, капустница – это медведка, та же, я так понял, ну, прорывает очень глубоко, мы мучимся с ней уже не один год. Она не вредит посадке сеянца двухгодовалого, она вредит посевам. Если вы посеяли, если она прошла, она подняла, все, там ямы очень глубокие и ничего не помогает. Между двухлеткой она ходит спокойно, между четырехлеткой никакого вреда не приносит. А вот сами посевы, то есть семена, когда вы посеяли, начинаете поливать и видите, что там медведка, то я советую или вылавливать, или применять какие-то химические, ну, гранулы есть. Но опять же, это я вылавливаю с пинцетом сядешь и просто вылавливаешь. После полива она обычно проявляет себя. Вылавливаю, и чтобы там их не было. Да, это нужно, даже по ночам приходится ходить фонариком, смотреть. Ну, а вообще трудно от нее избавиться. Сколько способов я не смотрел, весь интернет перерыл тоже. И смотрел, ну, это такой вредитель очень плохой. Но вредит он, опять же, я вам говорю, вредит посевам. Если вы сеянец двухлетний рассадили, то ничего страшного в этом нету. А пусть она ходит кругами, ничего страшного, поливайте. Ну, если вы увидите ее, поймаете, то, конечно же, желательно ее оттуда убрать. Ну, желательно гранулы подкинуть, если их много там уже. Опять же, она любит где навоз. Хотя, как написано в литературе, то боится запаха хвои. Я не пойму, но хвойный опад везде. И поэтому, почему боится? У меня ходит спокойно, она, который могу, я вылавливаю, который нет, то извините. Мне главное посевы, я уже и пытался и подымать, и зарываться, доску в землю зарывать на 40 сантиметров. То есть она и поверху может перелезть, и доску подымать, то есть очень трудно. Когда начинаешь ее вылавливать, оно получается еще хуже. Получается ямы, провалы полностью, где она прорыла. Когда сеянец окрепнет, она, в принципе, она понимает, что ей тут вообще делать нечего. Есть трава специальная. Ну, в интернете можно посмотреть про капустницу, про медведку. Как избавиться от нее? Это вопрос, по-моему, трудный. Я обсуждал и с ребятами, с коллегами, которые тоже выращивают, и никто так и не нашел толком. Это поднимать грядки надо, если только для посева.